Ты теперь вину за все случайности будешь на меня вешать. Главное, друг цел, так что порядок. Случайности? Вот не надо. Да, случайности. Это ты виноват. Если бы ты не начал валять дурака... Умник нашелся. Много ты понимаешь. То есть извиняться ты не будешь? Нет. О, если этот двигатель вдруг включится, нам конец. Надеюсь, что нет. Ведь нам надо как-то перебраться. Буровой корабль на той стороне. Надо как-то перебраться. Больше ни на чем не прыгай. Груд тебя не поймает. Квилл, либо заткнись, либо помоги раскрыть створки. Я слышу, как работает твой визор. Смотри, не жульничай, Квилл. Как ты можешь слышать? В честь такой победы мне полагается трофей. А тебе я разрешу иногда его протирать. Тут технический лаз для дронов. Но у нас нет дрона. Ты можешь туда забраться? Как всегда. Ракета почини, ракета приберись, ракета полезай в дырку. Нашел что? Да, пульт ручного управления. Прием, у нас заминка. Только была покрыта смолой, так что придется искать другое место. Только смотрите, чтобы оно было как можно ближе к изначальной позиции. Дело в расчетах и углах. Отлично. Еще одна турбина. Ну да, обычно двигатели так и строят. И... оп! Это впечатляет. Пойдем, валим отсюда. Мы снова в деле. До корабля уже недалеко. Вдруг Грут нас опередил. Может быть, если не отвлекся. Черт! Это не я, честное слово! Не нравится мне это! Как бы штаны не порвать! У меня с натуги нарисовались новые мышцы! Вот черт! Ют-то вмять! Говорил же! Вовремя! Как вы вообще? Рада тебя видеть, но в твоих интересах перебраться побыстрее. Мы засекли движение! Да, ситуация явно накаляется. Ты только держи его ровно! Долго не продержу! Это позиция уязвима. Трамп говорит, шим осторожно! Огонки! Мы засекли движение. Да, ситуация явно накаляется. Ты только держи его ровно. Долго не продержу. Эта позиция уязвима. Трамп говорит, шевелись. Осторожно, обломки. Мы засекли движение. Да, ситуация явно накаляется. Ты только держи его ровно. Долго не продержу. Эта позиция уязвима.
целы. Ясно. Сейчас будем. Не спешите. Тут хорошо, уютно. Уютно тому, кто видит в темноте. Я нащупал панель. Да, какие-то провода. Попробуй активировать системы. Сколько это займет? Давай, тензор сочленения. Надо только сдвинуть эту... Так, это система жизнеобеспечения. Как там обстановка? Великая матерь прилипал. Квилл, ты в норме? Да, да, просто... Да, это стрёмно. Что это было? Это рой ботов уборщиков? Типа. Ботов уборщиков? Я не знаю. Извини за это. Мы думали, ты та тварюга, которую мы случайно выпустили. Мы увидели ботов-уборщиков. Случайно, издалека. Да, мы в порядке. Тварь нас увидела и сбежала, да? Я есть Крут. И я рад, что ты цел. Надо же, как ты смог оттуда выбраться? Я есть Крут. Красота-то какая. Я есть. Просто стол? Это винтажный инженерный верстак модели Т. Таких уже не делают. Давай проверим, Квилл. Вдруг он еще работает. Может, починю твое барахло? Дай-ка сюда эту штуку. Прошу. Да, тут можно пройти, если убрать этот мусор. Да чего же упрямая дрянь. Я тебе поставил быструю перезарядку. Используй ее. Давай, Квилл, пусти в ход свои пулялки, чтобы расчистить путь. Да, спасибо за апгрейд. Немножко шатается. Вы подождите. Квилл! Фу! Сколько тут этих уродов! Эй! Я тут не один! Ну, зашибись! Вот что называется, рожа просит кирпича. Тут еще жуки. Таракан никогда не приходит один.
получили нереальный кайф. Прием! Наконец-то. Вас было не слышно. Что-то на этом корабле создает помехи. Да, тут что-то не то творится. Аквил опять упал в дыру. Вот молодец. Я паркую Милану. Дракс пошел искать вас. Может, вы найдете Квилла раньше нас. Мы его ищем. Мы же договорились, что будем прикрывать друг друга. Она мне не друг. Ищу тебя, Питер Квилл. Опиши, что ты видишь. Старый металл, старое оборудование, все старое. Учту. Чем такое добывать? А что там? Какие-то кубические глыбы камня или металла. Хм. А ракета знает, что это такое. Удачно сходил? Я не полагаюсь на удачу. Питер, подай голос, чтобы он понял, где ты. Дракс! Дракс! Эй! Сначала рацию выруби, а потом тяни свою глотку! Эй! Еще одна жуткая тварь! Жуткая? Убей! Читаешь мои мысли! Стреляю, а ей припушны! Не дохну, зараза! Усердней! Усердней уже некуда! Черт! Они просто впитывают урон! Победа нам обеспечена! Милана посадила! Не спеши! Мы с Драксом справимся! Мы славный дуэт, Питер Крилл! Эй, ножом! Расстреляй! Еще какая? Мне оставьте. Тут на всех хватит. Наши удары не наносят видимого вреда. Вперед! Разберись здесь! Сейчас устрою. Поищи себе панцирь покрепче! Вы там нашли Квилла? Нашли и спасли. Эй! Тогда идите, а мы следом. Мы сделаем пит-стоп. Я посадила Милана возле топотуна. Мы пойдем, а вы догоняйте. Как корабль. Сам увидишь, если сумеем забраться.